Сегодня здесь, в Щелковском районном культурном комплексе, проходит такой праздник, который называется «Рождественское чудо». Здесь взрослые привели детей, которым требуется забота и участие общества. На красивый театрализованный праздник собрались дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из социальных центров и детских домов. Для них общественники-волонтеры собирают подарки и пожертвования. Акцию поддерживают комитеты, управления и отделы по вопросам образования Щелковского района, городских округов Фрязино и Лосино-Петровский. Это акция, по которой собираются подарки для детей-сирот, деток с ограниченными возможностями, из малоимущих семей. Собираются в школах, детских садиках, храмах, магазинах, в глобусе и много-много где. Такие праздники делают жизнь ребятишек, оказавшихся в непростой житейской ситуации, радостнее, наполняют ее смехом, ощущением причастности к большому и светлому миру, в котором можно двигаться по жизни, несмотря ни на какие трудности. Я рада, что нашим особенным детишкам дают возможность общаться на празднике, взаимодействовать, получать положительные эмоции. Они очень красивые. И здесь все наряжено красиво. Это было настоящее феерическое шоу с участием хоровых коллективов, выступлением огромных сказочных великанов. К детишкам и их родителям обратились с напутственными словами представители духовенства. Для маленьких гостей устроили праздничное застолье с разнообразными угощениями. Акция «Рождественское чудо» действует уже восьмой год. В 2017-м благодаря ей более 700 детей получили подарки. Андрей Цеханович, Александр Аджевский, телерадиокомпания «Щелково».